Секретов пооткрывать. Потому что я сначала буду проходить за Айзека, потом ачивки за других персонажей, очевидно. Так. Мне нравится, как мухи крутятся. Ну, в смысле, что значит нравится? Круто сделали. Но мне это не нравится. Бомб за кей. У нас все окей с этим. Вот на таких вот комнатах чувствуешь, как будто прям эпичное сражение происходит. Мне интересно, чемпион взрывается? Нет, чемпион дал ключ. Окей. На такой комнате пока врага, блин, найдешь. Окей. А это что? Fire Mind, Flaming Tears. Вау. Хайп. А почему он так быстро умер, простите? Not bad. Огромный... Да, там может быть два босса. А, они взрываются, кажется? Или что-то типа того? Ну, они, во-первых, они горят, это понятно. А, вот эти взрываются из-за того, что у них газы, наверное. Да, у них газы, и поэтому они взрываются из-за огня. Шикарно. Это не рубашки, это трупики. Почему все их рубашками называют? Так. Да, why not? The Tower. Оп. Окей, HP up. Надеюсь, это не считается за... Не надо мне подсказывать, я тебя очень прошу. Сколько можно говорить? What the fuck? Что произошло? А, я понял. Я использовал... Нет, подождите. Я думаю, что я одновременно использовал этот... Мамс бра и от нее газ? Или я выстрелы уничтожаю? Кажется, я уничтожаю выстрелы. Вот что. Я уничтожаю выстрелы, и тем самым они взрываются. Я думаю так. Наверное. Я не пойму. Ну вот смотрите, как они взрываются. What the fuck? Пилюли. Range down. Speed down. Амнезия. Лучшие пилюли ever. Кстати, да, мне пока эти огненные слезы нравятся. Окей, мы открыли его. Это очень опасный предмет, вот что. Я все еще не понимаю, когда он взрывается. Да, сегодня были хорошие пилюли. Не волнуйся. What the fuck? Как они работают? Может быть, у них какой-то шанс взорваться? Я хрен знает. Я, кстати, забыл, что нам нужно сделать для того, чтобы открыть Самсона. Вроде бы... А, да, не получать урон на два уровня, да? Окей. Это как-то странно. Странно, что эти слезы все еще гасят костры. Реально странно. А еще я уверен, что я кучу тинтетроков пропустил.
Я очень надеялся, что этот огненные слезы взорвут этот огненный этот камень с бомбой. Ну это было нечестно. Да, будь здорова, все разбежались. Да фак. Очки. 20-20, дабл шот. Окей. Вау. Мы уже открыли, Ева, не волнуйся. Эх. Дабл шот, пацаны. Так, магазин. Окей. Компас. У меня не хватает денег на компас. Эх. Двойной огненный выстрел. Это же просто шикарно. Я все еще не понимаю, как оно работает. Да, мы сейчас довольно сильные. Ты прав. А вы представьте, огненный Бримстоун. Или огненный Мамснайф. У меня есть деньги, но недостаточно еще. Вот почему вот сейчас взорвалось, вы это видели? Я вот до сих пор не понимаю. What the fuck? What the fuck? Я получаю слишком много урона, я просто пытаюсь осознать вообще, что происходит. Серьезно. Вот видите? Он просто взрывается рандомно. Да, двойной огненный Бримстоун. Донат в магазине потом... Ну, во-первых, он что-то открывает, по идее. Во-вторых, более годные предметы. О, Petrified Poop. Больше дропов от какашек. Так. Откуда мы знаем? Может, и можем загнать. Да, мы сейчас, конечно, OP. Ничего не скажешь. Возможно, я на машину донаты потрачу. Не взрывай... Окей. Вау, две батарейки. Спасибо. Да, потрачу на машину донаты. Компас мы все равно не купим. О! Видите, мы открыли синюю карту. Окей. Да, двойные огненные слезы просто шикарные. А представь, я тебе говорю, Бримстоун. Секретная комната. Давайте поищем секретную комнату. Я, правда, не очень понимаю, где она. Я примерно догадываюсь. Может, здесь... Нет, это вряд ли. Я пока не понимаю с такими комнатами. Скорее всего... Да, здесь я ничего не сделаю. Ну, ладно, я еще проверю здесь на всякий случай. Я знаю, что этих ребят можно взорвать. Я же сказал про донат. Более годные предметы потом попадаются. И ты открываешь предметы с помощью этого. Например, в сравнении с оригинальным... Посмотри, там они очень сильно завышены, но... у меня идет. Должно быть нормально. О, Гурди Джуниор. Взорвись, плиз. А! Ну не сейчас, когда я рядом с тобой. Это очень странно. Бокс. Это Child's Heart? Да, это Child's Heart. Range down. Wheel of Fortune. Meh. Бомбы теперь как-то долго взрываются. Окей. Я не хочу искать вторую секретную комнату, мне лень. Белые красные пилюли и мой белый
красный квадратик. Окей. Помните. Не взрывайтесь, когда не надо. Окей. Меня смущает этот предмет. Я не понимаю, как он работает. Это очень странно. Да вроде бы, когда используют атаки, я тоже так подумал, но хрен знает. Все равно выглядит странно. Видишь, опять же, это не всегда. Вот сейчас было. Хрен знает. Да, фак. No, please, no. Как же они мне уже не нравятся, а? На них очень трудно концентрироваться. Окей. Фильтр плохо выглядит. Я не понимаю, кто вообще с этим будет играть. Ну, кто-то будет, конечно. А, что-то я слишком много дамага получил. Извиняюсь. Bad guess. Окей. Да, будет торопить. Просто если быстрее проходишь, там что-то открывается, по идее. Или типа того. Я точно не знаю пока. Очевидно. Вроде бы открывается босс Рашмод. Не знаю. О, Элаки Рок. Окей. Оставлю-ка я себе Bad Guess. О! Да, хорошая комната, мне нравится. Пацаны, та самая комната. Может, попробуем? Кстати, вода замедляет? Вроде нет. Ладно. Окей. Я так понимаю, это реролинул консюмаблы. Да, я не знаю. Кстати, насчет завтра я не знаю. Просто... Ну вот как я должен был вернуться? Просто потому что завтра у меня учеба. Посмотрим, может будет. Если только днем, где-то с утра. Я в курсе, что это интересно. Получится у меня или нет. Нет, это было бы не классно, если бы персонаж преследовал призрак. В Айзеке это просто не нужно. Я даже не знаю, как... предмет на земле... Я не знаю, возможно. Но это Common Cold. Poison Damage. О, видите? Некоторые слезы это... зеленые. Дов Клапс, пофиг. Ну, достижение с Самсоном я точно не получу. Нам ее надо получить на этом... как называется? На первых уровнях, определенно. Но опять же, мне потом придется получать достижение без дамага на всех уровнях. В любом случае. Это будет непросто. Совсем непросто. Не знаю как. Ой, просто классно. Горди. Да what the fuck, почему все взрывается? Вы видите это? Я не понимаю. Я реально не понимаю. Я получаю слишком много дурацкого урона. Bad damage. Окей. Не понимаю, как это работает. Range up, вау. О, Mom's Contact. Окей. Возможно, да. Возможно, просто шанс. Вполне возможно.
Потому что я не вижу другой версии. Другого варианта. Что я хотел сказать. Я подумал, надо попользоваться. Окей, я уже получил урон. Чего? Причем тут Браун Снейк? Вы о чем? Окей, Бримстоун опять. Да, я хочу Pink Eye. Хотя у нас и так Poison Shots. Кажется, шанс выше, нет? What the fuck? Флаш. Окей. Это, я так понимаю, смыв, и он очень долго заряжается. Я даже не знаю, что это может быть. Ну окей, попробуем. А, окей. Интересно. Он превращает всех врагов в комнате в дерьмо. И его атакуешь уже после этого. Окей, мне нравится. Я не думаю, что оно работает на боссах. Можно было догадаться, в общем-то. Но заряжается очень долго. Это тоже проблема. Оу. Магазин. Нет. Я не думаю, что это работает на боссах. Маловероятно. Обычно такое с боссами не делают. А! Окей. Окей, я думаю, мы постримим еще минут... сколько? Минут 20 и будем завязывать, потому что мне завтра на учебу. А, какой же идиотизм, а? Может, я завтра постримлю с утра? Посмотрим. Я не думаю, что это работает на боссах. Да хватит! О! Этот рандомный шанс взрыва просто... Да, это определенно рандомный шанс. Даже я... Реально, это единственное, что имеет смысл. О, what the fuck, он вышел. Я рад, что он сейчас не взорвался. На боссах свой эффект? Не думаю. Мы, конечно, попробуем, может, потом на боссе использовать, но я не думаю, что от этого что-то будет. Честно. Окей. Я, конечно, попробую на боссе, но... А зачем я это делаю, в общем-то? Там ничего нет. Но я заберу тогда... бомбу свою. Я не могу в середине дня. Я в 5 часов уезжаю. Хотя... Я посмотрю, как получится. Просто я не вижу особого смысла, так как все будут на учебе и на работе тоже. Вот что. Это не такой уж и большой взрыв. Дамаг не такой уж большой. Вот что. Но он все равно раздражает этот эффект. Нет, он мне нравится, не поймите неправильно, но... Черт побери. Он вызывает большие проблемы. Окей. Окей, теперь тут 4 круга. На какой стать? Я не знаю. Нет, мне кажется, там ты просто заходишь как бы посередине и все. Ну, вообще да. О, эта штука притягивает. Приз? Окей. У меня каникул. Ведет. Окей. Пофиг, пошли сражаться. Окей, The Gate. Я рад. What the fuck? О, он спавнит этих врагов.
Вот так. Окей, и как я от этого должен уворачиваться? Нет, серьезно. Он же самонаводящийся. Отлично, еще большая комната. Окей, окей, bullet hell, bullet hell. Я мертв. Я забыл о предмете, пофиг. О, боже. Да уж. Давайте попробуем просто два этажа не получать урон и откроем Самсона. И завяжем на сегодня. Я не понимаю этого босса. У него этот Бримстоун самонаводящийся. Как я от этого должен уворачиваться? Он обычно стреляет вроде только вперед, поэтому... Ты не сказал бы, что вперед. Я вот просто не помню. Penetrative shot плюс... Я очень быстро пошла. What the fuck? Окей, интересные слезы. Еще один этаж остался. Не получаем урон, пацаны. Не получаем. Мне не нравится этот босс. Игра намного труднее. Определенно. Нет, я не видел новые технологии. Пожалуйста, не надо спойлеров. Просто не получаем урон на протяжении двух этажей. Легко. Да, особенно будет легко проходить, блин, ачивки. Да, стреляет рефорсами, верно. А я рад, что у меня есть penetrating shot. Во-первых, это круто. Во-вторых, врагов не отбрасывает. Это удобно. Муха, плиз. Окей. Синие сердца учитываются, да. Я думаю, да. Вилку я брать не буду. Хотя, возможно, мне ее надо поднять для того, чтобы что-то открыть. Так что я на всякий случай. Хрен с ним. Consume thy enemy. Окей. Gemini. О, окей. Это было странное начало. Слишком быстро. Слишком. А еще там синий камушек, я вижу. Не волнуйтесь. О нет, с ним это плохо, потому что его не отталкивает. Ага, я гений. Окей, HP up. Нам это особо не помогает сейчас. Могу я... у меня нет бомб, окей. Теперь еще один этаж без урона пройти. Да, Айзек стал фавном, действительно. Блин, если бы они не оставляли кровь... Я получил урон. Ладно, посмотрю, что за предмет. Hot bombs. Окей. Рестарт. Скорпио, Poison Tears. Окей. Неплохо. Фух. Если враги от нас будут убегать с помощью этой штуки, это классно. Потому что тогда мы проще будем... проще нам будет пройти. О, the butter bean has appeared in the basement. Окей. Нет, они от нас не убегают, окей. Может, только пауки, кстати, да.
О боже, вы это видели? Что там у тебя? Я чуть-чуть бы получил урон, и в этот момент Ларри Джи не умер. Из-за яда. Да, наверняка есть что-то связанное со знаками зодиака, я уверен. Может, какая-нибудь трансформация. Потому что со шприцами есть, надо несколько шприцов собрать определенных. Range up, вау. Окей. Надо просто быстро к боссу побежать, вот что. О, эти ребята. Синий чемпион. А, он дает нам мух. Окей. Но это нам не поможет. О, смотрите-ка, никель. Он даже не пишет, что это никель. О, еще один никель. Окей. Судя по всему, действует действительно только на пауков. О, черное сердце. О, нет, мне не нравится это, ребята. Именно по этой причине. Они слишком рандомные. Я не могу их предсказать. Кстати, некоторых укачивает от таких комнат, насколько мне известно. Я могу их понять. Ну, я не могу, меня не укачивает, но вы поняли. Окей, он не умер от яда. Окей. О, босс. Я боюсь, что я получу здесь урон. Окей, все нормально. Босс, монстры. С монстром мы справимся. Черное сердечко работает как синее сердечко, только когда оно исчезает, на комнате активируется эффект Некрономикона. Некрономикон? Ну, не конкретно Некрономикон, да, действительно, просто врагам наносится урон в комнате. Я, кстати, хочу использовать бомбу, и я это сделаю. Мне не нравится, как его выстрелы, блин, они рандомные слишком. О, они слишком рандомные. Окей, есть. Evil Range Shot Speed Up. Contract from below. Wells, but at what cost? А теперь боссы будут двойными, а этот... и все дропы будут двойными. То бишь, два ключа, два сердечка и так далее. Окей. Мы открыли Самсона. Некрономикон. Фак. Кстати, видите, Curse of the Maze. Здесь больше комнат. Ну ладно, я это не буду доигрывать на самом деле, потому что я что-то устал, у меня голова болит. Потому что слишком много хайпа, пацаны. Но! Смотрите. Мы можем выйти из игры. Мы можем нажать Continue. И что, догадайтесь? Мы в том же забеге. Так что завтра мы его продолжим. Не волнуйтесь. Ну или завтра, или когда-то. Я думаю, завтра мы сможем. 45 предметов, 16 секретов, best streak one. Окей. Вот такие дела. О, боже. Извиняюсь. Я попытаюсь завтра слить это с Твича. Не знаю, получится у меня или не получится. Я очень надеюсь, что получится. Но полностью не надейтесь. Так что все-таки посмотрим. Завтра, возможно, будет стрим тоже. Поглядим. Собственно, да. Спасибо всем тем, кто был на стриме, как обычно. Возможно, будет завтра стрим. Может, часа... Может, в час, может, в 12 часов. Посмотрим. Приходите, да, если хотите. Да, до встречи.